Бюст генералу Михаилу Чарняеву открыли в Круглянском районе. Надзвичайный полномочный посол Республики Сербия у Беларуси полечил за гонор принять удел у этой урочистой церемонии. И он отзначил, что генерал Чарняев стал символом братерства и содружности двух народов. Политичный и военный деятель, русский генерал Михаил Рогорович Чарняев с 1876-го был главнокомандующим сербской армией. Он удельничал у вызволении сербского народа от турецких захопников. У 1887-м вернулся на родиму. Зараз это вёска Тубышки Круглянского района. Тут он потом и был похаваны. Могилу русско-сербского героя наведала делегация на чале с послом Сербии Велька Ковачевичем. Под час встречи с мясцовыми жихарами у вёски Тубышки посол Сербии отзначил, белорусы и сербы – братские народы. У вас такое лицо, как у моей матери. Ну, она слишком старее. Вам огромное спасибо. Бюст русско-сербскому генералу было вырешено установить у вёсцы Лыскаўшчына у экотуристичном комплексе. Его наведывают шмат гостей, а значит, многие доведуются про генерала Чарняева. Мы много литературы изучили, посмотрели, определились, вот остановились на этом. Это на данный момент памятник, тот, который именно сегодня утилизовали, тот время, он в натуре. Генерал Чарняев уже давно записал себя в историю сербского народа. И в всех книгах изучают и его опыт, и одновременно и помощь. Гости Сербии с цікавнасцю познакомились с Круглянским историко-краязнаўчым музеем. У лику інших тут дейнейшая экспозиция, присвященная генералу Чарняеву. Катерина Балукова, Александр Тарасов, новини региона.